На перекрестке улиц Парижской коммуны, Рабфаковской в Иванове начались дорожные работы. Здесь планируется сделать дополнительную полосу для поворота направо. Проезжая часть в этом месте станет шире на 4 метра. Такие меры помогут сгладить извечную проблему пробок на важной для города магистрали. На этом пересечении улицы Парижской коммуны, Рабфаковской происходит очень серьезные противоречия в движении транспортных средств. Вот после того, как мы разработали проект организации движения, был нашими специалистами предложен очень оптимальный вариант новой такой развязки, и будет уширение автодороги до 15,5 метров. Это позволит транспорту беспрепятственно передвигаться, поворачивать на улицу Рабфаковская. Будет одна выделенная полоса прямая для движения по улице Парижской коммуны. Выполнить работы предполагается примерно за месяц. Срок небольшой, если учитывать их сложность. На этом перекрестке расположено большое количество коммуникаций, поэтому строителям приходится действовать крайне осторожно, чтобы ничего не повредить. Здесь проходит очень много коммуникаций. В частности, будем перекладывать газ, телеком и другие коммуникации. Все работы в основном в ручном режиме ведутся, поэтому это занимает большое количество времени. Также каждый столб надо вывесить, забетонировать. Бетон набирает прочность в течение 5-10 дней. Поэтому процесс очень длительный. Стоимость ремонтных работ обойдется городскому бюджету в 5 миллионов рублей. Власти надеются, что средства будут потрачены не зря. И на этом перекрестке пробки станут меньше. В планах ремонтных работ значится реконструкция светофорного объекта. Заменят контроллер, установят светодиодные лампы. Новое оборудование будет вести учет транспортных потоков. На основе этих данных работу светофорного объекта скоординируют, тем самым еще больше увеличив пропускную способность транспортного узла. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.